Здравствуйте. О профессиональном инструменте можно судить по двум параметрам. Первый – производительность и второй – функциональность. В этом отношении дрели Metaba BE1100 есть чем гордиться. Это профессиональный инструмент повышенной мощности для сверления отверстий диаметром 40 мм в дереве и 16 мм в металле. Инструмент работает в двух скоростных режимах. В первом режиме скорость вращения 900 оборотов в минуту. Это удобно для сверления отверстий больших диаметров и размешивания строительных смесей. Во втором режиме частота оборотов достигает 2800 в минуту. Можно быстро и аккуратно просверливать небольшие отверстия. Управлять скоростью вращения можно с помощью двух приспособлений. Первое – колесико для установки предварительной скорости. С ее помощью задают значение максимальной частоты оборотов, быстрее которой шпиндель вращаться не сможет. И второе – собственно, пусковой курок. Именно с его помощью достигаются установленные параметры. Для длительной непрерывной работы пусковой курок можно зафиксировать. Также для комфорта предусмотрена длинная дополнительная рукоятка с резиновыми накладками. Она делает управление инструментом более удобным, к тому же снижает уровень вибрации. И вы никогда не забывайте, что мы рекомендуем только качественную технику.